К другим темам. Наступили жаркие дни, и у горожан возникла прекрасная возможность чуть ли не весь день проводить время на улице. Однако, например, у областного центра есть одна проблема, разрушающая всеобщую идиллию – отсутствие общественных туалетов. Мы решили выяснить у тверичан, нужны ли данные объекты хотя бы в местах массового скопления людей. Да, конечно, обязательно, конечно. Куда вот видите количество людей, которые сюда пришли, куда они пойдут все в туалет? Конечно, надо. Безусловно, надо, потому что детки маленькие, вот у меня внучата, да. Детки хотят писать, все хотят писать. Плюс много приезжает людей к нам, экскурсии очень много. Потому что у меня муж, например, гуляет по набережным часто с собакой по утрам и вечерам, говорит, очень много туристов. Я думаю, что они необходимы нашему городу. Мне кажется, горсад здесь, мне кажется, тоже очень будет необходим. Если я не ошибаюсь, у нас в Парке Победы тоже нету биотуалета. Если это будет действительно цивильно, где да, там будут уборщицы да, с хорошей зарплатой, потому что терпеть это, то тогда да, то это было бы хорошо, здорово. Очень нужны. Это первая проблема нашего города, которой не хватает. Потому что и детям надо, и взрослые вместе с ними, и торговых центров еще столько не настроили, чтобы туда бегать. Вот, например, здесь около фонтана. Вот куда вот с ребенком идти вообще просто некуда.